Всем пиксельный привет! Вы на канале Pixel Ranger, и в этом видео я покажу, как можно нарисовать по клеточкам очень просто вот такое яблочко валентинку, яблочко сердечком. Для этого рисунка берем черный фломастер для контура, красный и зеленый. Сначала берем черный фломастер или маркер и начнем рисовать контур рисунка от нижнего левого угла. Вот эта клетка будет у меня нижний левый угол рисунка. Пропускаю 4 клетки вправо, на 5 останавливаюсь и закрашиваю 3 клетки по горизонтали вправо. Здесь идем по диагонали влево-вверх, закрашиваем 2 раза по одной клеточке. Идем по диагонали вверх-влево, закрашиваем 2 клетки вверх. Идем вверх по диагонали влево, закрашиваем 7 клеток вверх. Поворачиваем вправо по диагонали, одну клетку закрашиваем. Еще идем по диагонали вправо, закрашиваем 4 клеточки вправо. Идем вниз по диагонали, закрашиваем 3 клеточки вправо. Идем вверх по диагонали вправо, закрашиваем 4 клетки вправо. Идем вниз по диагонали, закрашиваем 1 клетку. Еще идем вниз по диагонали, закрашиваем 7 клеток вниз. Поворачиваем вниз по диагонали, влево закрашиваем 2 клеточки вниз. Идем вниз по диагонали, закрашиваем 2 раза по одной клетке. Еще идем вниз по диагонали влево, закрашиваем влево 3 клетки по горизонтали. Идем вверх по диагонали, одну клетку закрасим здесь. Теперь дорисуем веточку и листик яблока. Находим у этих 3 клеток серединку и идем вверх. Закрашиваем 2 клеточки вверх. Здесь идем влево по диагонали, 2 клетки вверх закрашиваем. И одну клетку по диагонали влево вверх. Теперь от этой клетки идем по диагонали вверх вправо и закрашиваем 3 клеточки вверх. Здесь закрашиваем 2 клетки вправо. Идем по диагонали вправо вверх, закрашиваем 2 клетки по горизонтали. Идем по диагонали вправо и закрашиваем 3 клетки вверх. Теперь 2 клетки по горизонтали влево закрасим. Идем вниз по диагонали, здесь 2 клетки по горизонтали закрашиваем. Теперь берем зеленый фломастер, листик яблочка сразу можно закрасить зеленым. И берем красный фломастер, будем рисовать в яблоке контур сердечка. От вот этой одной клетки идем вверх, отмечаем 2 клеточки вверх, они будут красные. И рисуем здесь вот такую полосочку по горизонтали. Теперь от этого угла идем по диагонали влево, отмечаем 3 раза по одной клетке. Вот так. И обводим их контур ступеньками вверх-влево. От этой точки ведем контур вверх 2 клетки. Поворачиваем вправо 1 клетка, вверх 1 клетка, вправо 1 клетка. Теперь вниз 1 клетка, вправо 1 клетка, вниз 1 клетка, вправо 1 клетка, вверх 1 клетка, вправо клетка, вверх клетка, вправо клетка. Теперь вниз 1 клетка, вправо клетка, 2 клетки вниз и по одной клеточке вниз влево. Это сердечко оставляем белым, остальные клеточки внутри контура закрашиваем красным. И вот такой очень простой рисунок по клеточкам получается. Можно нарисовать такой рисунок, как валентинку, можно на любой праздник нарисовать дорогому человеку, можно себе любимому нарисовать такой рисунок. Кому понравилась моя идея и это видео, не забывайте ставить лайк под видео и подписывайтесь на канал, кто еще до сих пор не подписался. Всем пока-пока и до новых встреч на канале Pixel Ranger.